Вот это моя фотография, я это самое могу показать, могу доказать, только поверьте мне на слово, я еще ни разу его не соврал. А вот это, читаем, абрикос Горный Алтай, сибирская усадьба. Теперь любой может сказать, что это. Это все вранье, фотографии из интернета. Так, вот. А кто-то когда-то камень кинет, скажет, вот это настоящая фотография, вот это вот Железов слямзил. Но у меня есть доказательства, вы же знаете, что в какие, я вам показывал. Но брать вот так вот Горный Алтай и сибирская усадьба. Смотрите, я все призываю, пожалуйста, научите друзей, соседей, кто-то в школах надо проходить. Сибирь, усадьба, вот это есть сайт. Вот там, значит, вам будут лапшу вешать, что вот это вот Байкаловский сорт, значит, знаменитый, и он никогда у вас не замерзнет. Еще бы, название, Горный Абакан. Вот, поняли, да? Вот это вот доказательство. Это мошенничество страшное, жуткое. Вот она моя. Это маточная фотография с маточного дерева. Посмотрите на дальний план. Вот. Смотрите, почему я говорю. Видите дальний план? С настоящего сада, а? Или, может, нарисовал. Вон, посмотрите дальний план. Все в абрикосах, видели? Вот так вот. А вот это вот мошенники. Эй, сибирская усадьба, подайте на меня в суд. Мне бы надо... На меня когда-то один товарищ хотел подать в суд, потому что это... Я говорю, господи, дорогой друг, подай, я умоляю, мне нужна трибуна. Я готов все это рассказывать. Меня даже, может, посадить не посадят, а это все-таки орденоносец, кавалер ордена славы. Вот. За моими плечами спасенные судьбы, спасенные души. Вот, вряд ли посадят. А штраф возьмут. Да хрен с ним штрафом. Я потом с вашим друзьям скажу, братцы, скиньтесь, мне штраф назначили, якобы за клевету 100 тысяч. Скиньтесь там по 100 рублей. И скинулись бы. А, правильно? А почему не подают в суд? Ну, вы догадались. Идем дальше. Опять. Называется абрикос Амур. Правильно, Амур, фотография-то моя. Купить сальцы с доставкой питомники МК Сад. Я вот за этот МК Сад так уцепился. Я сделал отдельный фильм, а потом посмотрите, что они творят. Я имел право после вот этого. Смотрите. Вот я пишу. Откуда дровишки? Она? Потом отдельно поглядитесь и убедитесь. Вон отдельная. Вот видите, отдельно вот два листочка. Вот, вот она. Надо же умудрить так сделать, что и сразу ты не узнаешь. Ну ладно. Итак, МК Сад находится в Москве. Или где-то, я забыл, или в Саратове. Ну, средняя полоса России, это значит, что там должна вся роскошь это расти, якобы. Вот. Ну, вот моя фотография, опять моя, личная моя. И вот украла, наверное, полсотни питомника. Почему я говорю украла? Потому что они ваши деньги воруют. Человек думает, что вот, вот у меня будет точно такой же этот самый. Вот у них еще мозгов нет. Они должны, вот знаете, как сделать? Вот так вот. В конце обрезать, сказать, вот это у нас колонна. Но у них не хватает этого самого в голове масла, чтобы еще, еще и дальше набрать, сильнее набрать. Вот. Ну что, МКСАД, я разбирался с вами. Ну что, давайте в суд. Скажите, это вы фотографию сделали. А это я слямзил. А?